Готовим быстрый обед из фарша и риса. На оливковом или любом другом масле обжариваем чеснок, одну луковицу. Хорошо обжариваем до прозрачности. Добавляем говяжий фарш. Хорошо обжариваем. Добавляем полугорький перец, соль, перец по вкусу, рис. Хорошо перемешиваем. Вливаем примерно 0,5 литра воды. Накрываем крышкой и тушим 20 минут. Блюдо готово. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.